Так, ребятушки, мне нужна разминочка. Разиночка, за мной побежали. У нас физкультура сегодня. Еще на вас потренируюсь медрокошу сегодня убивать. Поэтому давайте. Вы у меня сегодня пушечное мясо. Мне нужны еще ваши ребята. Где? А че вы там стоите? Давайте идите на меня. Че за сэри, да, находись? Че вы спиной пошел ко мне? Боишься? Я тебе говорю, не боятся меня. Ууу, как их там много. Нам вообще всех перекохаем тут. Тебе по башке. И тебе по башке. А еще киркой тебе тоже по спине заеду. Ну, и че вы думали, что я просто так приехала? Так ты хотя бы тех когти вот этих 7 эндерменов, которые возле тебя! Ты их бьешь! Напали! Вот так с каждым будет, понятно? И вот этот ваш босс, он вообще нифига не стоит. Я его с двух ударов кокну, ясно? О, сколько этих глазиков-то повылетало, тебе надо? Мне не надо эти глазики, ну ты добей уже этих эндерменов, что они за нами вот тут преследуют нас, ядрить ты колотить. Слушай, Кать, может ты уже наконец-то возьмешься за вот этого эндер-дракона, за которым мы сюда пришли, а не будешь этих эндерменов убивать, а? Уже на протяжении 20 минут. А, дракоша, ты вот про этого, который там должен возродиться? Не-не-не, к нему мы еще вернемся чуть попозже, мне нужна разминка, я пойду побегаю, поприседаю, мне нужны силы, короче, надо прям, чтобы мышцы так выросли прям сразу. Я еще пока немножечко не готова, а? Какая разминка? Мне ты, просто так и скажи то, что ты боишься и просто не хочешь призывать эндер-дракона. Ты боишься, да? Если не боишься... Я? Да, боюсь? Ты возьми, поставь прямо сейчас 4 эндер-кристалла и призывай вот этого дракона. Не-не-не-не-не-не, подожди, это слишком рановато еще, слишком рановато. Мне нужна разминка, я тебе хочешь что-то покажу, пойдем. Чё ты мне опять хочешь показать? Ты только что эндерменов гасила, призывай уже эндер-дракона. Сейчас я тебе все призову, вон нам нужно в ту сторону, идем за мной, я тебе такую приколдес сейчас покажу, вообще офигеешь. Какой приколдес, Кать? Давай, ты чё? Ты засал? Скажи мне, ты засал, ты... Да я-то не засал, да не мне же убивать эндер-дракона сегодня, а тебе убивать эндер-дракона, мне тасать почему? Ну, в смысле, засовать, вот. Я тебе говорю, мне нужна небольшая такая разминочка, мы эндерменов поубивали. Сейчас мне немножечко нужно убить визера. Угу. Кого тебе надо сейчас немножечко убить? А, ну такого небольшого одного визера. Ну так, видишь, прям по-быстренькому. По быстролярику мы сейчас кокнем его и пойдем дракона убивать. По какому быстролярику? А сюда ты зачем тогда поднимаешься? Смотри и запоминай. Мне это подписчики рассказали. Я уверена, что ты об этом даже не знал. Берем вот этот блок мицелия. Ставим его вот сюда. И еще 4 блока вниз. Так, сейчас спустимся. Погоди. Подожди, вот. Какой блок мицелия? Мицелия, все верно. Теперь немножечко просроимся. Теперь нам нужно кокнуть вот эти 3 блока сверху, чтобы остался один. Не мешай. Так блок мицелия же берется, находится только в этом, в грибном биоме. Ты где его нашла? Ну так, у нас грибной биом тут неподалеку, я сгоняла, и вот еще и гриб нашла. А? Как тебе такое? Смотри теперь внимательно. Ставим грибок. И... Костную муку, ты готов? Скажи мне, ты готов? Вот смотри, эндермены собрались сзади, посмотри. Все собрались на меня посмотреть, да-да. Я готов, давай, делай уже, что ты делаешь, ведьма, вот это. На раз, костная мука, и смотри, что получилось у нас, а? Подожди, а зачем ты гриб-то здесь сейчас сделал? Я еще ничего не понимаю, подожди, мы сюда пришли эндермена убить, ты че мое вот это внимание отвлекаешь на какие-то грибы непонятные? Ну что ты там стоишь, поднимайся давай скорее сюда, помоги мне гриб вот это уничтожить вокруг, полностью давай его разрушай, давай. Иду, ну, ты, подожди, ты, я понимаю, что это подписчики сказали, подписчики молодцы, то что нам всякие идеи вот эти горят, но ты мне скажи, пожалуйста, изначально, а зачем мы это сейчас делаем, а? Это секретный способ, ты сейчас все увидишь своими глазами. Секретный способ чего? Ну, ты, в принципе, уже можешь наблюдать то, что портал-то исчез. То есть, с помощью этого гриба можно вот этот портал убрать? Ну, как ты видишь, собственно говоря, но знаешь, для чего вообще это нужно? Сейчас увидишь. Мы же что с тобой хотели сделать? Визера кокнуть еще. Да я не хотел никакого визера кокнуть. Это ты хочешь визера кокнуть? Я-то тут вообще при чем? Иди эндер-дракона убивай. Все верно, это я хотела убить этого визера, потому что мне нужна тренировка, мне нужны закаленные мышцы, так сказать. Так, где мой там песок душ? Вот мой песок душ. Ты отойдешь или будешь мне мешать? Да отойду, я отойду, все, делай, как знаешь, я просто буду наблюдать и не понимать, что Екатерина Крафт сейчас вот это делает. Так, ну, гриб мы с тобой вырастили, разрушили его, портал кокнули. Теперь осталось просто призвать визера, ты там в сторонке стой, хорошо, только не мешай мне, главное. Это строим сюда, это разрушаем, конечно же, мечом, чем же еще? Ну, кирку ты в руку возьми, наконец-то! А, тихо, так, ты готов, ты смотри, там только не кокнись сам.
Так, это вот сюда, с одной стороны, с другой. Подожди, подожди. А ты вообще в курсе, чтобы призвать визера, там три головы вот этих визерей-сушителей нужны? У нас же их нет. А, ты про вот эти вот? Так я сгоняла уже. Быстренько их кокнула там между делом. Я не особо занята-то была в эти дни. Ну, как знаешь, вот смотри. Берем. Раз, подожди, два. Подожди. Стой. А ты вообще уверена, что он там внутри призовется, и ты его сможешь кокнуть? Ну, я на самом деле подписчикам очень сильно доверяю. Они мне написали, и я делаю. Поэтому это все на их плечах висит. Сейчас вот эта ответственность, как говорится. Все, ставлю последний. И погнали. Подожди. Ну, он же сейчас вот это самое, Кать, ты же... Он же сейчас взорвется, спускайся сюда вниз, Кать! Опа, все готово. Что ты там, где ты трусики уже надевал, а? Поднимайся сюда, видишь, подписчики были правы, давай обратно. Вот этому вот всему, перед убийством Эндера Дракона, тебя обучили подписчики, получается, да? Да, я говорю, подписчики, походу, вообще умные вещи говорят, не то, что ты, сейчас я к нему просроюсь, и мы его будем кокать, потому что мне что? Мне нужны разминки, мне нужны тренировки. Подожди, ну ты это самое, ты аккуратно, он как бы стреляется, он сейчас тебя убьет, столкнет, и все, и до свидания, Катюшка. Да ничего он со мной не сделает, сейчас мы зато проверим, какой у меня сильный меч. Ну-ка, оп, подожди, он случайно не вылетит отсюда, если его вот так вот бить? Ты да. Меня что толкаешь? Он меня толкает! Ну конечно, он тебя толкает! Он тебя башками вот этими стреляется! Ты главное вниз не падай! Может тебе все же помочь как бы, не чуть-чуть? Нет! В смысле помочь? Я тут зачем вообще собралась? Кать! Ты улетел? Ну конечно улетел, потому что там платформу никакую не построила, чтобы он меня не сбросил! О, кстати, нужно построить платформу, чтобы он никого из нас не сбросил. Сейчас я этим и займусь. Все, надо было раньше. Ничего, нормально. Так, сколько у него там еще осталось здоровья? Все, подожди, сейчас приду. Так, это тебе за маму, это тебе за папу, это за двоюродного брата из Саратова. Давай еще чуть-чуть осталось там где. Тандермены сталкивают меня везде, где только можно. Да, дзинь, ты нечистая сила, Кать, ты не убивай его, сейчас я подойду и помогу тебе, пожалуйста, не убивай его, Кать, не убивай, ну не убивай его. Чего не убивать-то? Слушай, у меня прям силы приросли, скилл прирос, теперь я готова убивать дракошу. Так ты подними-то хотя бы вот этот, звезду ада подними как-никак. Звезду зада? А где она? Да не звезда зада, а звезда ада нужна, чтобы мы еще потом с тобой вот этот маяк дома построили, понимаешь? Да, точно, кстати, а где она упала? Ты, надеюсь, ее поднял, потому что я что-то ее найти не могу. Так вот же, она валяется, ты смотри. Там, где ты призвала этого визера, она сейчас там и находится. Ее сейчас главное взять и как-то аккуратно вот забрать. Вот так вот. Ой, ты пока забирай там эту звезду, за мной просто стая эндерменов гоняется. Ага. Ну ничего, я ее сейчас всех кокну. Ну конечно, ты кокнешь. Все, слушай, ну вот как раз таки время и пришло. Пришло время пойти убить эндердракона, да? Ты думаешь, пришло все же, да? Да, да, пришло все. Ты убила эндерменов, ты убила визеров. Вот сейчас самое время кокнуть дракона. Все, Кай, встречаемся с тобой в центре, давай. Все, ладно, я давай, я бегу сейчас, только надо возвратиться, яблочки покушать, там накушаться, а то что-то пипец. Ёшкины картошки, ну ты походу весь эндермир за собой вот это созвать решила, да? Ты там не умничай, пожалуйста, очень помоги мне, я что-то не успеваю, у меня еда кончается. Ну я-то надеюсь, что ты хотя бы знаешь, куда ставить кристаллы, а? Конечно, знаю, я в книжке прочитала. Майнкрафт для новичков называется. Всё, так, давай. Одну сюда. Подожди, у тебя есть немножко еды, а то у меня уже почти она вся кончилась. Если есть, то чуть-чуть дай, пожалуйста. На, два кусочка тебе, не больше, не ну, больше. Ну дай нормально, но мне как бы тоже пригодится, я ж тебе помогать сейчас буду. Ой, на, держи, короче. Ага, все, давай. Как там было в этой книге Майнкрафт для новичков? Ставь. Так, еще вот сюда один, вот здесь, и вот последний сейчас останется. Ага, ой-ой-ой-ой. Ага. Так, аккуратно. Кать, пожалуйста, собери всю свою силу в кулак, потому что сейчас финал. Финальное испытание. Вы заколебали! Ну дай мне с Катей попрощаться, как бы последний раз с ней видимся, но она может не выжить после вот такого. Ну все, последний ставлю и в бой, как говорится. Так, подожди, мне нужно наставление от мастера кунг-фу панда. Это 160-я серия выживания, Кать. 8 августа исполнится год. Год сезону выживания будет. Ты настоящий профессионал. Докажи это, да, докажи всем подписчикам то, что ты сама можешь закокать эндер-дракона. Давай! Все, погнали. И вообще назад вообще дороги нет.
Ой-о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 й-
что без порталов никак не получится, Кать! Все, я побежала, сейчас буду простраиваться, убивать. Все верно, надеюсь, делают. Если что, там смотри, там подсказывай что-нибудь. Простраивайся, простраивайся. Я тебе буду помогать и буду пока тогда эндердракона отвлекать, да? Если я могу тебе помочь там пару порталов уничтожить, если хочешь. Нет, не надо, я все сама. Ты там это сказки порассказывай, дракоши, вдруг он там убьет! Что за фигня? Ага. Так, сейчас мы простроимся, простроимся к следующей башенке и все, быстренько уничтожим. Не простраивайся, просто луком стреляй издалека. Это все луком надо уничтожать. Давай, стреляй! И вот так вот попадай. Еще в другую башню, в другую, в третью башню, давай. Ай-ой, тут пердит вот эти. Стреляй, 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 стреляй. Взорвай. Так, так, хорошо, тогда еще вот туда надо. Вот так один расчет, вот так берем и стреляем. Вот эти все кристаллы надо. Какая-то жижа фиолетовая, не стоять мне, не стоять. Сколько осталось этих порталов, сколько? Я не знаю, сколько осталось, но еще где-то раз, два, три, четыре. Еще шесть штук, Кать, всего лишь шесть. А в него-то стрелять можно? Нет, уже? Нет, в него не надо стрелять, он бессмертен, пока существуют вот эти порталы, кристаллы. Черт. Так, сейчас попробуем отсюда попасть во все вот эти вот так. Один, попадешь, есть. Минус один, пять осталось, еще давай во второй. Чуть выше. Попала, ты даже дракону урон нанесла. И давай в третий, если получится, стреляй. Так, еще выше. Блин, фиолетовая жижа атакует. Ну да, уходи, тихо. Уходи, если фиолетовая жижа, уходи. Фиолетовая жижа, уходи. Катюшка, дракошек тебя уже заждался прям. Уничтожай быстрее все кристальчики, давай! Я стараюсь. Так, что прям просто киркой? Просто киркой, сломай вот это, да, заборы вот эти. Внутрь туда не прыгай, луком просто. Вот, молодец, остался вроде. Два кристалла осталось, два кристалла, Кать. Ломаю, ломаю и сейчас, подожди, вот, все, ударила, так, есть. Нет, я точно должен посмотреть, как Катюшка уничтожит два последних кристалла. Давай, Катюшка, давай, стреляй, стреляй! Попадаю. Молодец! И последний, последний остался, давай, стреляй! Еще чуть выше, чуть выше, чуть выше! Что, теперь просто слева его надо, да? А теперь просто зафигачиваешь его так, а когда он вот так спускается вниз, только мечом, вот здесь только мечом. Надо подойти и прямо его позади-то мечом. На, держи тебе! Давай, 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 подпрыгай, подпрыгай, бьешь, давай, 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 давай. Слушай, у него еще 80% жизни осталось, ты справляешься, Катюшка. Я дам тебе. Улетела, крылья. Лечу. Молодец. Тихо, слушай, тихо, у тебя же было еще вот это зелье силы, да? Есть зелье силы, да, есть. Все, давай, выпивай зелье силы и подходи к нему. По пузику, да чтоб тебя, ты аккуратно, что ж, ты отталкиваешь-то? Аккуратно, он тебя отталкивает просто в космонавты. Все, вот здесь стой, когда он летает, пытайся по нему попасть и стрел. Ты же вроде как бы, Катюшка, снайпер, поэтому давай стреляй. Ну, если я в себя стрелой попасть не смогла, то вряд ли я дракону попаду, конечно. Ну, тоже верно, да. Ну, слушай, ну может когда-нибудь ты все же попадешь, ну хотя бы одну стрелу, пожалуйста. Хотя бы один раз попади, пожалуйста. Тихо. Вообще не получается. Вот сейчас попаду. Нет, сейчас ты не попадешь. Ну давай, почти. Ну да, стрелок из тебя, конечно, не очень. Ну тогда просто жди. Он так быстро летает. Ну тогда просто жди, когда он приземлится и фигачь его мечом, все очень просто. Ну может все же тебе помочь, ну... Так разочек хотя бы выстрелить в него, нет? Не смей помогать. Кать, он спускается, быстро к нему, ты попала. Ты попала, давай, быстро мечом, давай. Добивай! Тихо, только главное, жижу у меня. Жижу, главное, в жижу, не вступай в жижу, давай. И раз, так, и два, и два, и давай, и давай. Ну подпрыгай, куда ты, ну ты опять в космос улетела, Кать. Тихо, главное не копнуться, сейчас мы еще разочек к нему подлетим и... По пузику, ну. Да что с тебе? Так, ну если я не попадаю в дракошу с земли, то будем, значит, лететь и в воздухе попадать в него. Слушай, так. Ну, мне кажется, это точно не лучшая идея. В воздухе ты точно в него попасть не смог. Попала! Попала! Я думал, это шутка! Сколько у него осталось процентов? Ну, примерно, где-то двадцаточка плюс-минус, может чуть-чуть больше, может чуть-чуть меньше, но ты его почти уже закокала, Катя. Ну да, только стрелами получается в полете, так сходу не получается. Со стрелами у тебя не очень на самом деле получается, ну тогда ты жди, когда он вернется сюда в центр, и тогда его гаси. Вот он возвращается. Возвращается. Зелья силы. Бей и подходи к нему и кокай его, давай. Так, а теперь давай вот сюда подходим под низ. Только крылышка меня не бей, давай, пожалуйста. Подпрыгни, зап, ты не достаешь, Катя, подпрыгни. Ну давай, давай, вот, молодец, давай, еще бей, молодец, два удара нанесла. У
тебя еще есть немножко времени. Давай, бей, 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 бей. Один раз, второй раз ударила, третий раз ударила, четвертый раз, давай, попадай. Ой, я что, его кокнула, что ли? Я кокнула его? Или что, я сделала? Я все сломала? А что, все, у меня получилось? Ну, мне кажется, Эндер-дракон тебе немножко подался, потому что серия-то длится примерно 20 минут, но мы здесь уже находимся, наверное, час. И Катя весь этот час убивает Эндер-дракона. Ты просто его вымотала, он весь измучился и сам, наверное, уже кокнулся, лишь бы ты от него отстала. Но, да, ты его убила. Да, ты просто признать не хочешь, что я его профессионально кокнула, поэтому ты там не стоишь и завидуешь. Я все поняла, да. Да я тебе как бы не завидую, просто ты, наверное, до конца сейчас не понимаешь, что ты прошла Майнкрафт? Ты чемпионка? Ты настоящий профессионал? Ты играешь 2 года в Майнкрафте, ты наконец-то за 2 года смогла убить дракона, Кать. Ну, я на самом деле... Так, сейчас подожди, я переведу дух и пойму, что я сделала. Так это получается, мне теперь нельзя называть Катюшкой Нубасоской. Да ты Нубасоской будешь до конца жизни, ты быстро... Да, Эндер-дракона она убила, Эндермена убить не смогла. Ну, она Катюшка Нубасоской всегда будет Катюшкой Нубасоской. Ладно, ты там встречай меня дома, я сейчас приду, ага. Екатерина! Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Каково это быть девушкой-майнкрафтером, нубасёськой, которая только что кокнула эндер-дракона вот этого? А, здравствуйте. А вы какой телеканал? Кто спрашивает? Телеканал «Жгучий перец». Поинтересуйтесь, пожалуйста, у меня, как вам интересоваться? Ну, это годы тренировок на самом деле. Я сначала убивала эндерменов пачками, потом, ну так, для приколдеса я убила визера, и только после этого я смогла напасть на дракона. Это было не то чтобы тяжело, я так не скажу, потому что мне, в принципе, все проблемы нипочем. Ну, слушайте, это было не тяжело, это было трудно, да? Не то чтобы на вкус вкусно, но и не то чтобы на труд трудно. Ну, то есть, да. Ну, чисто ради приколдоса вы его кокнули, получается. Чисто просто, знаете, вот пошла мимо и убила. Это не было для меня какой-то прям особой задачей, поэтому... Извините, все, мне нужно идти, у меня дела делишки. А какие у вас дела после того, как вы убили Эндер-дракона? Наверное, спасти весь мир? Нет, кстати, верните мне, пожалуйста, звезду, которая выпала с визера. А, да, кстати, это же ваша звезда. Так, держите, забирайте, звезда-то ваша, давайте. Сейчас пойдем еще один маячок быстренько скрафтим, и все, можно заканчивать.